Всем привет, девчонки и мальчишки! Добро пожаловать ко мне на канал. Ну что, сегодня у нас с вами будет романтический ужин для наших мужичков. Давайте их порадуем. Все-таки праздники впереди, Святой Валентин, но его не все отмечают. Ну а 23 февраля еще никто не отменял. Так что погнали в магнит, делаем закупку и радуем наших мужчин. Так. Перцы у нас сегодня желтенькие 218, красненькие 155 и баклажанчики 239. Возьму-ка я баклажан один, и еще лук красный нам понадобится тоже один, 52 рубля он стоит вот сегодня. Лучок один, ну где-то вот примерно такой небольшой. Так, баклажан. Баклажаны, ну нужен сегодня, небольшой тоже. Сейчас возьму, ну вот такой примерно. Думаю, не намного вытянет. Так, перчика тоже. Такой перчик и желтенький. Что такая разница, я прям даже и не в курсах между желтым. Ну, давайте. Ну и желтенький вот такой. И еще помидорки нам нужны, они сегодня постушить все разобрали. Вот, блин, меня не дождались. По 194 тогда возьму. Паста сегодня, тут у нас по акции 66 рублей, Галина Бланка, возьму ее. А, она такая вот, нет, нам нужна кругленькая. Это что ли подойдет? Ну, такую возьму. А, вот как раз таки с бекончиком нарисовано, из твердых сортов пшеницы, то, что нужно. 70 рублей она стоит. Ох-ох-ох, а тут дешевле и нету. Дешевле только вон моя цена, которая за 20 рублей, а вот это что у нас? Возьму-ка я такие за 46 рублей. То же самое, вот из твердых сортов пшеницы. Сливки 30 рублей я вида, 10%, 20% беру за 42 рубля. Такие. Бекон 125 рублей, вот такой welcome. Модно. По акции сегодня так он 219, но не знаю, за что тут 200 рублей отваливается. Такая еще грудинка есть. И вот такая, успею купить. Так я возьму вот этот. Из напитков возьму вот такой энергетический напиток 0,5, 39,40. Ну-ка попробуем, что это за энергия. Нужна же нам энергия будет на вечерок. Беру. Вот он. Я в домике. А кто не спрятался, я не виноват. Я шучу, я пришла домой. Чек мой вышел. 426 рубликов. Где он тут? Вот он. Сегодня будем без десерта. Десертничать не будем. Но все-таки не нужно его вечером кушать. И так у нас сегодня будет вечером калорийная бомба. Это спагетти. Угу. Поэтому без него. Ну а сегодня у нас в меню с вами болоньезе спагетти, салатик и напиток тоже никто не отменял. Не забывайте подписаться, поставить свой лайк, написать комментарий. А я начинаю приготовление. Ну и продукты, которые мы с вами взяли. Бекон, лук, баклажан, перец, помидорки. Я уже использую свои новые пакеты. Спагетти, сливки и напиток. Так, значит, и давайте теперь конкретно посмотрим. Значит, перец желтый вышел на 41,50, баклажан на 45,50. Так, сливки 42, макаронные изделия 46. В принципе, все цены такие, как и были. То, знаете, бывает иногда тот раз. И перец красный 21. Самый дешевый, это красный перец надо брать. Лучок на 4,77. В принципе, вот такой незатейливый набор продуктов. Теперь мы с вами будем делать салат из перца, баклажана и лучка. Но для этого я поставила разогреваться духовку. Нам надо ее разогреть, так сказать, раскочегарить хорошо, дровишек под нее подбросить. Моем перец и баклажан, чтобы это у нас все чистенько было и хорошо. Сейчас мы дощечку тут дежурную возьмем и помоем. И теперь нам это нужно отправить запекаться в духовку. Берем фольгу и в фольгу заворачиваем каждый овощ отдельно. Все у нас упаковано. Теперь открываем духовку. И в духовку на полчаса я 200 градусов разогрела, раскочегарила. Пускай теперь запекается. А теперь займемся приготовлением карбонары. Поставила воду я на спагетти кипятиться. Сейчас я посолю немножко. Главное, полсолонки не высыпать. Все, нормально. Так, и теперь сделаем начинку. Берем бекон, сливки, два яичка я еще возьму. Все, хорош.
Бекончик вроде хороший. Да, прям такой тонкий-тонкий. Во. Что светится? Значит, дальше я его нарезаю на такие полоски. Сковородку поджигаем и выкладываем в нее бекон. Так, так он не хочет выкладываться. Тогда выложим его так. Хорошо пахнет. Сейчас он тут разойдется у нас. В смысле, отделиться друг от друга. Но он, конечно, слишком тонкий. Хотя нормально пойдет. Так, все. Поджариваем бекон. Так, потом в тарелку разбиваем желток, нам нужен. Белок отделяем. Из белка можно и без этого сделать. Тем временем бекон у нас поджарился уже. Вот он такой у нас красавчик. Так, немножко сейчас я его отставлю. Не успеваю эту. Значит, вода у нас закипела. Выбрасываем сюда спагетти. Я все сварю, что мелочиться. Гулять так гулять на всем. Значит, двум желткам вливаем сливки, все 200 мл. Так, я 20% взяла, 10 слишком жиденько будет. Так, перемешиваем. Бекон у нас тут обжарился. Дальше вливаем сюда соус, желток, сливки. Все это перемешиваем. И тем временем у нас сварилось спагетти. Сливаем спагетти в дуршлаг. Хопана, ничего себе. Вот это я тут спагетти наварила. На целую роту хватит. Вы поглядите, целый дуршлаг. Что-то я переборщила. Походу, я их неделю есть буду потом. Спагетти не промываю, потому что это хорошие макароны. Их промывать не нужно, они не слипаются. Вот промывают только макароны низкого сорта. Ну, например, типа там, как моя цена и все такое. Ой, что они дальше готовятся. Так, соус у нас готов. Уже все закипело и уварилось. Теперь выкладываем сюда спагетти. Но я все не буду выкладывать, я выложу немножко. Потому что, ну, это много. И сейчас такая, бац, вся кастрюля сюда выпала. Неудобно выкладывать. Да вот. Ой-ой-ой-ой, вернитесь на место. Только все это перемешиваем, все равно многовато вышло. Все, собственно, и карбонара у нас готова. Теперь нужно выложить спагетти на тарелочку, чтобы у нас тут все было нормально. Со спагетти у нас готово, вот что у нас получилось. Жалко, зелени там не было, была, но она вся такая была уже тухляцкая. В общем, 100 лет и в обед, уже вся желтая была такая уже, она гнилая кое-где. В общем, не ахти. Поэтому без нее, но в любом случае, какой стоит аромат бекончика. Закачаешься, ребятки, ладненько. Ждем сейчас салатик приготовиться. Так, все, идем есть. Овощи уже приготовились, я их достала. Вот тут помидорчики потрескались. Так, перчик, что у нас тут с ним? Перчик готов. Не, не готов. Так, баклажанчик готов. И красный перчик тоже готов. Сейчас нужно с баклажана снять шкуру. Вот он какой красавчик. Так. Ну что, снимаем с него шкурку. С баклажана кожу сняли, теперь нарежем его мелким кубиком. Сейчас нарежу и подожду, пока он остынет. Следующее, помидорчики сейчас нарежем. С помидор тоже нужно снять кожу. С них снимается уже все легко и просто. Тоже мелким кубиком нарезаем их. Помидорки я нарезала. Дальше берем перчик и тоже его нарезаем.
Овощи я подготовила, нарезала. Теперь нарезаем лучок. Лук можно сделать и замаринованный. Просто заранее его замариновать. Но не хочу с маринованным, хочу со свеженьким. И мы сейчас просто лимонным соком сверху польем, и все будет готово. Поливаю лимончиком. Добавляем масло. И у меня с запахом идет. Поперчу. И теперь посолю. Теперь перемешиваем салат. И салатик, запеченные овощи, у нас с вами готов. Аромат, конечно, лука стоит, закачаешься. Вот, я такое делала первый раз, решила тут попробовать. Сейчас заценим, что у нас из этого выйдет. И вынесем вердикт, стоит его готовить или не стоит. Ну все, ребят, наш романтический ужин на сегодня готов. Спагетти, карбонара у нас, салат, напиток. Вот такой сегодня мы с вами пьем. Собственно, и все готово. Ну что, теперь у нас с вами настала самая интересная часть. Это отведать наше сегодня явство. Так, ну давайте сначала попробуем напиток. Сегодня без десерта, потому что, ну, не стала я его готовить. Как-то думала сначала купить готовые какие-нибудь конфетки. Все-таки 500 рублей сумма позволяет. Походила, поглядела, коржи какие-то, ну, три коржа, знаете, бисквитных. Три штуки, 106 рублей. Ну, куда нафиг? Гляньте, похоже, как на пиво. Пахнет дюшесом. Аж понюхала, и слюни потекли. Давно такое не пила. Так, ну что, друзья, за вас, за нас и за всех тут присутствующих. Ну, то есть за меня, да. Кисленький такой. Но ничего, вкусный. И решила без десерта все-таки, ну, как бы у нас тут и так калорийная бомба. А если еще и десерт, так вообще... Попочка будет толстенькая. Ну что, давайте отведаем нашу карбонару. Посмотрим, что да как и почему. Ну, это очень вкусно. Божественно, ребятушки. Вообще супер. Очень вкусные спагетти получились. Прям вот. Теперь попробуем салат. Что у нас тут хоть вышло? Сейчас еще раз пробую. Что-то не поняла я, что это за салат такой. В принципе, неплохо, но проще свежий сделать, да и все. А это так, летом, когда там перец, некуда девать помидоры, можно приготовить, но зимой, когда они по бешеным ценникам, конечно же, нет. Но это так, для разнообразия, и, так сказать, и себя порадовать, и вам показать. Ужин сегодня получился, закачаешься, но не хватает все-таки десертика. Вот что-нибудь да надо, хотя и так тоже сытно, если все съесть, будет вообще супер. Ну что, ребят, вплеснем себе энергии, чтобы всю ночь энергетировать. Гуляем до утра. Ну, а вообще у меня сегодня тот случай, когда на 500 рублей у меня разнообразие меньше, когда, например, если я на 200 или на 150 рублей, как я обычно готовлю, то у меня там больше всего получается. Ну, просто тут как бы уже берешь и продукты покачественнее, и подороже. Вот в чем дело. И поэтому, вот все в этом дело, ребят, все в этом. И поэтому так и получается. Отлично, сегодня мы с вами порадовались. Вернее, я свою животину порадовала, ну, я имею в виду пузико свое. Чудесный был ужин. Я надеюсь, вам было полезно. Не забывайте поставить лайк, написать комментарий, подписаться. И я с вами прощаюсь. Всем пока-пока, до скорых встреч!